из беснования ничего доброго не получится. Бесноватый фюрер за 13 лет перекроил всю Европу. Убито было 50 миллионов человек в общем. Из них чуть побольше половины русских. И что он добился-то? Разделение Германии. Что половина Европы стала под протекторатом тех ненавидимых им русских. Целые города германские, для которых он старался, они превратились просто в руины. И многие военнопленные здесь, до сих пор в Москве есть дома, немцы строили. Без аннексии и контрибуции. Все, что хотели, вывезли и оставили.